кто, как не испанцы, умеют нагнать страху? Да, речь пойдет о фильме ужасов. Скорее, это триллер о выживании, но пару раз вздрогнуть вам точно придется. У нас получится улетная киноха. Такой секс меня обломали. Группа друзей отправляется на отдых в горы. Они не выключают камеру ни на секунду. Так зритель может видеть все веселье. В один прекрасный момент молодые люди находят пещеру, залезают в нее и понимают, они заблудились и не знают, как выбраться. Так лучшие друзья тихонько сходят с ума и превращаются в животных. Никаких зомби и паранормальных явлений. Простые люди в замкнутом пространстве пугают больше, чем любое привидение с мотором. Выключи камеру, или тебе конец.